Червенский и Несвежский районы налаживают тесное сотрудничество по военно-патриотическому воспитанию школьников. Задача – обмен опытом. Так, воспитанники из Червенского клуба «Дозор» вместе с участниками Несвежского клуба «Рысь» теперь проводят совместные встречи, спортивные соревнования, ездят на экскурсии. А в ресурсном центре при третьей школе Червеня проходят обучающие занятия. Здесь школьникам рассказывают о событиях Великой Отечественной войны. Ребята осваивают приемы самообороны. Также в программе строевая физическая подготовка. Одно из главных направлений военно-патриотического воспитания – профориентация школьников. Наш клуб является клубом, который непосредственно связан с пограничными войсками. То есть взаимодействуем с войсковой частью 2007, это техническая поддержка связи погранвойск, ну, конечно, и с пограничным институтом. У нас из клуба практически все желают поступать в войсковые училища. То есть или в пограничный институт, или в Академию вооруженных сил. Я как человек, который очень любит спорт, я хочу, чтобы как я, как и мои дозорцы были очень хорошо физически развиты, чтобы им было, ну, во-первых, поступить легче было в какие-то гражданские вузы. Я хочу поступить в университет пограничной службы. Я понимаю, что мне нужна физическая подготовка, мне нужна строевая подготовка, огневая подготовка. Я стараюсь это прорабатывать на наших тренировках. И думаю, что мне хорошо получается. Червенский военно-патриотический клуб «Дозор» пограничной направленности. В нем занимаются 16 школьников. Сейчас ребята готовятся к межрайонному слету юных патриотов, который пройдет в мае.